Привет, вурдалаки с нечистью. Да, здравия желаю, морячки, которые пока еще не хотят в подводнички. Будем тут сейчас пускать под воду всяких ведьм. Да, нормальный режим. И не ведьм. Я, честно говоря, не очень как бы фанат всякого там этого дела. Не, ну здесь надо все-таки отдать должное. Но нормально. И несмотря на то, что вот казалось бы одно и то же, оно не надоедает. Ребята все-таки что-то хорошее придумали, довольно неплохо получается. Ой, это что, по мне он? Собака, это катапульта лепит. Это катапульта лепит по всему. Ага. Ага, уже ее забили. Вот Трансильванию нашу подожгла. Нифига себе, вот же озверевшая. Блин, меня эсминец врезался какого-то монаха. Так, не дать же Трансильвании остановиться. Силы противника на горизонте. Там обязательно в кружочек зайти. Опа-на, а тут что-то, измена какая-то? В смысле? Или я что-то не понял, или я берега попутал. Вроде в другом месте эти появились. Ого. Раз на раз не приходится. А мне все время раньше вот одинаково они появлялись. Нет. Значит, мне просто так везло? Да. Потому что я было думал, что они все время одинаково. А тут как меня подкололи. Подставили. Да ну вообще совести нет. Нельзя же так. Старыми больными людьми сгаляться. Да ладно, старый больной. Лучше вон смотрите на этого Зикасу. В Вантусе? О, сдох. А то он так прет. Озверевший. Стреливайте его, что же ему вам сказать. Просто тут страшно бросать торпеды близко к своим. Что я уже разбросил. Не будем показывать пальцами. В меня. Да. Две я тогда принял на эсминце. Две разве? Две. Ничего себе. Хорошо, что успел лечилку нажать, а так бы не выжил. А. Охраняем эту. А черт бы тебя подрал, когда ж ты сдохнешь. Сволочь, есть. Ой, что-то этот близко подобрался. Так у нас и Трансильвания теперь пошла другим ходом, ты видишь? Он там вроде эсминец, его будет сейчас развлекать. Чё, выжил? Всё. Ничего себе. Блин, только меня подпалил, сволочь. Так, хорошо. Этого грохнули. Там... Я первый раз вот в эту сторону... Я тоже первый раз в эту сторону. Ну, это же ой. Факт того, что в эту сторону. Да что такое? Кто-то в меня врезается все время. То эсминец какой-то, то теперь джекас какой-то врезался. Джекас? Джекас это что-то новенькое в медицине. Так, кто-то тут возле Трансильвании. Из тяжелых. Ой, там наш один уже покатался. Да вижу, я на дно пошел, а не покатался. Так, и что у нас? Все разбрелись, как всегда? Ну, как всегда, приходится тянуть ее. Сию Трансильванию. Да еще и защищать, походу. Ну, я сейчас вот этого крайнего постараюсь торпедами пугануть. Они, правда, не боятся ни черта. Ну, было бы удивительно, если бы боялись, а? Они же все-таки усопшие уже, да, там как-то так? Куда же наплывет это хитрен батон Трансильвания? Че? Я еще в нее уперся. Хорошо. Это или плохо, скоро узнаем. Чего тут узнавать?
делать, это плохо. Потому что я, да, я не могу с ней нормально двигаться. Так, ну шо? Корыто. И повернуться я не могу. Так задний ход нажми там, чё ли. Так, а я что сделал? Я уже полный задний дал. Ну, оно же у тебя... Ой-ой-ой-ой-ой. Как ты говоришь? Ой-ой-ой-ой. А я вроде как прицепился к ней, понимаешь, к этой трассе. Возможно, и такая ситуация. Очевидно. Смотри, какие эти зомби-зомби. Злые зомби. А от торпеды шел. Колобки какие-то. Зомби, отвали от меня. Будешь? Чёртова. Никак не сдохнет. А, ты там катапульт отбиваешь? Пытаюсь. Я по ней не попадаю, далековато. Что ж ты будешь делать? Ну хорошо, хоть эсминцы так горят слабо. Что еще? Стреляет по какому-то из наших этих. Так, пока сзади вот преследуют два. И наш Игорь зря с ними связался. Пофиг, эти два сзади. Ты на них вообще надо не обращать внимания. Пока да. Пока они... Они не лезут. Появится. Пока они не лезут. Я одного сзади грохнул. А, хорошо. Тут сбоку уже появилась целая толпа. Сейчас. Так, ну я думаю, что ты на эти торпеды же навряд ли наедешь. Я не вижу. Ну вон сбоку, слева этот барбос, я кинул торпеды. Ты на тормоз нажми на всякий случай. Чтоб не сильно быстро на него. А то еще прикроешь пацана, как ты любишь от торпед. Так, одна попала в него. Да я его уже ПМХ сейчас замочу. Мочи, мочи. Бывает. Еле, так что? Еле добил. Домочил ПМК, не? Да. Все, могу двигаться дальше. Ты смотри, какой зомбак. Справа, видишь, да? Вертлявый. Ну да, так я по нему уже 3 раза торпеды бросал. Не, он хорошо крутится, скотина. Да он какой-то это, тренированный уже, ты понял? Все, наконец-то его убил. Так. Так, похоже, мы уже в самое добрались. Днище. Да, только у нас уже кораблей почти нет. Не то чтобы нет. Что-то уже провалено. А, Трансильвания остановилась. Угу. Вошел в круг тут. Да что ж такое? Кто это? Черт бы их подрал опять. Опять со всех сторон. Угу. Ну на том же они и стоят, чтобы там со всех сторон. Ёлки-палки! Ох, в конце они, конечно, и лезут. Ох, в конце они и лезут.
Это, блин, морской. Да не то слово. Ну зомби, что ты от них хотел? Для них это нормально. Сволочи психованные, еще и Распутин впереди, елки моталки. А, ну да. Все, у меня лечилок больше нет. Да что же это такое, 4 пожара? Ну, такое. Все, теперь и меня больше нет. Так уж никого нет. Все умерли. Ну я-то выжил, но только миссию мы не выполнили, к сожалению. Да, так бывает. 6 кораблей утопил, 100 тысяч опыта заработал. И... Ты понимаешь, если помимо нас с тобой кто-то что-то делал? Похоже, да. Не, ну сделал еще кто-то. Не, ну вот этот Игорь. Ну, при том, что он, конечно, утопил, молодец, но есть тут минус. Топить там кого-то где-то сбоку далеко не надо. Надо топить тех, кто ближе. Ну, все, что мы могли сделать, мы сделали. Хотя и провалили все на свете. Так-с. Всем ладно, счастливо, давай. Всем пока. Пока.